Внутри этого красочного автомобиля находятся велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды, столы, макеты, элементы улично-дорожной сети. Все это оборудование привезли в детский лагерь для того, чтобы юные пешеходы научились правильно вести себя на дороге в условиях, которые максимально приближены к реальным. Мы рассказываем детям, как правильно переходить проезжую часть, для чего нужны светоотражающие элементы. Также они могут на практике быть юными водителями и, согласно правилам дорожного движения, следовать по дорогам. Отдыхающие в лагере «Арго» смогли покататься на самокатах и узнать правила безопасного управления ими. Также сотрудники ГИБДД провели учебные занятия по безопасности дорожного движения для пешеходов. Ребята вспомнили правила перехода через проезжую часть, дорожные знаки для пешеходов, узнали, почему важно быть заметным на дороге. Педагоги и сотрудники госавтоинспекции рассказали детям, что такое световозвращатели, зачем они нужны и почему нельзя перебегать дорогу в неположенных местах и чем грозит несоблюдение правил. Скажи, а вот такие мероприятия, что для вас, для детей проводят, они вам нужны, детям? Да, конечно. Почему? Потому что это наша безопасность, и это очень нам нужно. Безопасность движения на дороге, столько травматизма постоянно на улицах. Здесь вот. Они как бы учатся правильно себя вести на дорогах, чтобы не было несчастных случаев. Сегодня ребята сами повторили правила безопасности дорожного движения. Дети и педагоги, сотрудники госавтоинспекции заинтересованы в таких занятиях, ведь подвижные тематические игры и командные задачи по ПДД находят отклик у ребят. При помощи таких занятий запомнить правила дорожного движения детям легче. В подарок от лаборатории безопасности школьники получили сувениры. Елена Чернявская, Максим Гусев. События.